Валентин Славиковский, спортивный клуб «Шок» Дмитрия Шакуты, «Красный угол ринга». На прошлом турнире Валентин нокаутирующим ударом практически убил своего соперника, двухметровую глыбу, который рухнул тут на пол. Те, кто был, помнят. И вот сегодня очередное испытание. Возможно, для его соперника это будет серьезный урок, который он извлечет из этого поединка. А пока смотрите внимательно, в ринге воспитанник Дмитрия Шакуты Валентин Славиковский. Его соперник, наш гость с Украины, он не знает поражений. Все свои бои он заканчивает досрочно, нокаутом. Он не знает, что такое финальный удар гонга. Он знает одно, что в его честь, в честь его победы, сегодня будет аплодировать дворец спорта. Глядя за его выступлениями, ему веришь. Посмотрим, как распорядится судьба сегодня. Встречайте, непобедимый Роман Крыкля! Свое мастерство, профессиональное мастерство. Рома приезжает на сборы в Минске, тренируется в легендарном спортивном клубе «Чинук». Ваши аплодисменты. Два парня, два супертяжеловеса, не знающие поражений. Сегодня в нокаут-шоу «Мустанг» один из них будет праздновать победу. Кто, мы узнаем совсем скоро. Поединок пройдет по правилам К1. Три раунда по 3 минуты. Если все готовы, мы начинаем! Правая нога.
Очень высока, поэтому бойцы не спешат. Бойцы ищут возможность для того, чтобы нанести сокрушительный удар и не пропустить самому. В красном углу ринга восстанавливает свои силы чемпион Кубка мира по К1 по версии ВАКО. Призер чемпионата Европы по К1. Воспитанник легендарного бойца Дмитрия Шакуты. Валентин Славиковский! Огромное спасибо компании, белорусской телерадиокомпании. Идет съемка. В следующий понедельник вечерком вы сможете увидеть еще раз эти поединки. Огромное спасибо за поддержку Белтелерадиокомпании. Левый, правый, левый. Отвечение. Раз, два, три.
Вот туда, хорошо, заходим, заходим. Кровь, кровь. Левая печень, правая кисть. Через руку. Вот, Петенко! Хорошо. Сейчас, давай! Вот туда, хорошо, хорошо, отлично. Вот, отлично, дергаем, дергаем. Дергаем, хорошо. Смотри внимательно, внимательно. Дергай, дергай. Давай, 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 давай. Раз, два. Рома, руки выше. Ручки, ручки, ручки подними. Подними руки. Все, успокойся. Раз, два. Раз, два, три. А, попал! Руки повыше. Руки повыше. Раз, два, три. Последняя птица. Да, уважаемые дамы и господа, закончился второй раунд. 3 минуты для того, чтобы определить победителя. Давайте поболеем. 3 минуты заключительного раунда, который выявит победителя в этом бою. Супертяжи, супертяжи, супербойцы. Никто из них не проигрывал. Все хотят победить. Один очень хочет ударить, зажался, вы видите, ничего не получается. Второй может ударить, но не попадает. Еще 3 минуты, и дворец спорта будет аплодировать настоящему победителю. Победителю, которого определите вы и коллегия судей. Давайте поболеем! Супер тяжелый вес! Роман Крыкля, Валентин Славиковский. Поехали, 3-й раунд.
Не знаю, дамы и господа, как прокомментировать этот бой. Давайте поаплодируем бойцам. С одной стороны, мы пришли посмотреть нокаут-шоу «Мустан». Нокаута не получилось. С другой стороны, мы увидели технику в исполнении супертяжеловесов. И то, что не было нокаута, а в этой весовой категории, это как минимум на полгода боец выбывает из строя. Это тоже хорошо. Давайте поаплодируем бойцам. И я хочу услышать ваше мнение. Если вы не против, от вашего имени, как бы ни сложился сейчас результат этого поединка, я хочу предложить от вашего имени Валентину и Роману приехать еще раз в Минск и провести матч-реванш. Вы согласны? Уверен, что есть какая-то недосказанность. Оба закрылись, оба хотели, но не рисковали. Хотя никто и не врубил заднюю передачу. Решением судей со счетом 2-1. Победу в этом бою, как вы думаете, одерживает кто? Победу в этом бою со счетом 2-1 одерживает воспитанник спортивного клуба «Шок».